произошел. Вот буквально сегодня пришли, и вода практически ушла. Где-то метров, наверное, на, я думаю, 300. Метров 300 только будет хотя бы там по колено. На самом деле, мелко здесь, так сказать, мелкий пляж такой каменистый. Но зато очень красиво у нас, так сказать, природа самого отеля, само расположение очень красивое. Есть что посмотреть, территория большая, пальмы, классный сам по себе бассейн. То есть есть где разогнаться, есть что посмотреть, в принципе. Ну и помимо этого, можно, конечно же, использовать экскурсии для того, чтобы увидеть сам Египет, сам, как бы, саму вот эту вот историю. Вот. Поэтому мы отдыхаем. Сегодня только второй день. Впереди еще есть время. Очень классно. Передаю всем привет. Всем тем, кто знает нас. Всем тем, кто в нашей команде, в команде Женес. One team, one family, one Женес. Ребята, стройте бизнес, зарабатывайте деньги и путешествуйте. Оно того стоит. Лучше, конечно же, наблюдать это не через Google карту либо по телевизору, а когда вот вы действительно сами путешествуете, смотрите этот мир, смотрите на эти пальмы, эти пески, даже пускай оно будет так, да, это море, как оно прекрасно. То есть хорошо, когда вы сами это все видите. Поэтому я желаю каждому, кто находится в нашей команде, прийти к такому результату и прийти к лучшему результату. У вас все получится однозначно, потому что мы все начинаем с одной точки. Все буквально начинаем с одной точки и приходим вот к результату благодаря каким-то приложенным усилиям и какому-то упорству. Просто продолжайте. У вас обязательно наступит то время, когда вы станете более свободны, и ваш бизнес будет приносить солидные плоды, которые позволят вам комфортно себя чувствовать, отдыхать, путешествовать и всегда находиться вместе со своей семьей. С вами был Владислав Гавриленко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых роликов.